Привет всем! Попали мы в Мордовию, вот в деревушку. И нам экскурсию здесь организовывают. Намного лучше, чем... Сам? Не это? Не покупная? Нет. Обошлась 17 тысяч. А так вон обошлась 1035-40. Вот, если не больше. Если с этого, вот, как его, с простого уголочка там они делают. С профильной трубы. Да, а это видишь, как хорошо сделал. Молодец. А я сколько раз приезжаю на... Баня, говорят, здесь. По черному бане. Это есть по черному бане. Не сравнить ни с какой баней. Вот что бы никто не говорил бы, Надя тоже скажет. Вот, что по черному бане намного лучше. Надя, согласишься со мной? О, прям фермеры. Сейчас не разбегутся эти овцы или кто там? Открытую оставили. Нет. Смотри, что творится. Вот что там творится. Нехорошие. Барашки, иди, проходи, проходи. Что было-то? О, молодец. О, бычки. Я боюсь. А что боятся? Что? Где ты там? Все стрижены, да, Надь? О, видишь, ответили тебе все стриженные. О! Как это, Ян, взяла за хвост курицу и ходит вот так вот за ней. У меня видео до сих пор есть. Курица купается, блох гоняет. Ну, а блох гоняет. Ну, бригада, мы пошли. Чем-нибудь, чтобы удобно взял. Сарай небольшой, а тут хоп, на весь. Ну да. Можно чем-то там заниматься. Ну, куда дальше идем мы? Домой, говорит, идем. Класс. Идем домой. В беседку смотрю у них здесь. А, я понял, для чего теперь беседки. Чтобы там, как сарайчик устраивать, хлам хранить, нет, да? А, ну это на зиму, я так понял. В принципе, я тоже на зиму так же делаю. Банка с оленями нас встречает. Дверь закрывать, да? Да. Сейчас закроем дверь, как-нибудь попробуем. Ты ничего не ставь, ни чай, ничего не есть не будет. О, как здорово. Не надо? Ну ладно.